Привет, друзья! Пока на воде рыба не ловится, такое бывает. Сейчас расскажу вам про одну классную вещь для рыболова. Это вот сумка-рюкзак, ну конкретно у меня компания Rollands. Вот, это герметичный рюкзак. Нафига он нужен? Рассказываю своими словами. Смотрите, если у вас лодки, нету сухих рундуков. У меня вот лодки есть сухие рундуки, но они тоже условно сухие. Когда идет сильный-сильный ливень, все, одежда там становится влажная. Вот, поэтому я вот использую такой гермомешок. Весной я ловлю на греб, на грибной лодке. И там мне нужно, чтобы, если пойдет дождик, чтобы мои вещи тоже оставались сухие. Телефоны и все-все-все остальное. Поэтому мне нужен вот такой гермомешок. Сейчас я устрою краш-тест, покажу вам, какая это прикольная штука. Смотрите, как это работает. Вот он, гермомешок. У него мы закладываем наши вещи. Вот, заложил наши вещи. Мои куртку, там, штаны, там, ну, закладываем, короче, все, что угодно. Вот. Вот так сворачиваю, вот так. И закручиваю. Смотрите, прикол. Вот я закрутил это все дело. Защелкнул защелочкой. У него, кстати, такие классные лямки. Ну, классный рюкзак. И самое, самое интересное, смотрите. Беру мой телефон. Вот он. И вот он у него. У него есть внутри карманы водонепроницаемые. И снаружи водонепроницаемый карман. Но на наружном кармане написано не водонепроницаемый. Хотя змеечка четенькая. Но дождем не намокнет. Проверено. Смотрите, ребята. Вон он поплыл. Теперь надо догнать. Ё-моё. Что-то я далеко кинул. Где пульт от Патергайда? Сейчас без вещей своих останусь. Преследуем сумку. С телефоном. Что-то я переборщил с броском. С краш-тестом. Еще раз. Вот, ребята, смотрите. Полностью окунул его в воду. Поплавал он у меня немного. Ну, давайте посмотрим, что там теперь у нас. Как там мой телефончик пережил. Наружный карман было написано, что не водонепроницаемый. Вот. На самом деле водонепроницаемый карман изнутри у него есть в этой сумке. Вот. Посмотрим, что с нашими вещами на самом деле. Сухие остались ли они или нет. Ну, как видите, вещи абсолютно сухие. Вот. Ну, а кому нужен полностью водонепроницаемый карман, чтобы ложить реально телефон и все остальные вещи, вон, их тут два штуки внутри. Внутри два водонепроницаемых кармана, которые не намокающие. Что еще рассказать по этому рюкзачку? Смотрите, ребята. Вот такой кармашек боковой. Для разных причиндалов со змеечкой. Вот такие застежечки. Ленточка такая, чтобы что-то цеплять, защелкивать. С другой стороны еще один такой же кармашек. И мягкая накладка на спину, если вы носите рюкзак, как рюкзак используете. Вот. Хорошая штука, ребята. Хорошая штука, ребята, рекомендую к использованию. И читайте внимательно инструкцию. Если карман написано не водонепроницаемый, то не ложите туда свои вещи, которые не должны намокать.
Все, пока-пока.